Бах спускался с крыльца школы. Эти слова наверняка узнали тысячи россиян, которые в минувшую субботу написали тотальный диктант. Акция прошла в 15-й раз в стране и в 6-й в Чувашии. Необходимо каждое предложение прочитать 3 раза. Первый раз мы читаем для того, чтобы пишущие поняли смысл предложения. И перед первым прочтением мы говорим: диктую первое предложение целиком. Те, кто решил проверить свои знания, еще только собирались в аудиториях. А в так называемой школе диктаторов уже несколько часов шла работа. В этом году на самой большой чебоксарской площадке акции в Чувашском госуниверситете имени Ульянова диктант читали продюсер Таван Радио Анжелика Иванова и директор национальной телерадиокомпании Оксана Очкасова. Нас обучали быть диктаторами. На самом деле очень полезное было занятие вводное. Ведь диктатор, от него зависит, будут 5-ки или не будет, ну вот на мой взгляд, да, потому что диктатор может помочь интонацией, чтобы знать, что там стоят какие-то правильные знаки препинания. Может читать правильно для того, чтобы люди понимали, как пишется слово. Ольга Михайлова пишет тотальный диктант уже в 4-й раз. В этом году пришла с дочкой. В прошлом году, кстати, у меня ошибок не было, я была отличница. Вот в этом году посмотрим, как будет. Почему вы решили написать диктант? Мама заставила или сами захотели? Сама захотела. В школе я учусь на 4,5, а так, думаю, напишу на 2. Почему вы так думаете? Ну, текст, наверное, будет длинный, там, сложный. Впрочем, постоянные участники акции говорят, обычно бывает не так уж и сложно. Специально почти никто не готовится. Правила русского языка в основном запоминаются, по себе сужу, когда читаешь много-много книжек, и все это где-то там оседает. Писали диктант, правда, по специальной системе и иностранные студенты. Мы готовились с первого семестра. Мы ходим на дополнительные занятия по русскому языку и хотим, ну, лучший уровень свой увидеть в этом танте. Списывать будете со шпаргалок или телефона? Нет, такого не будет. Мы хотим все честно, чтобы было. Списывать действительно смысла не было. Если участники не захотят, их результат никто не узнает. Пусть не дрожит ваша рука, ставя тот или иной знак препинания. Делайте это уверенно, потому что дальше фронта все равно не пошлют, говорят в народе. Ну что, начнем. Бах спускался с крыльца школы и оказывался на площади. У подножия величественной кирхи с просторным молельным залом в кружеве стрельчатых окон и громадной колокольней, напоминающей остро заточенный карандаш. Свои оценки и ошибки, если таковые будут, участники смогут узнать на официальном сайте акции в личном кабинете по логину и паролю после 18 апреля. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.